Абай Кунанбаев. «Добро проходит быстротечно», читает Павел Беседин. «Добро проходит быстротечно, а зло в любое время вечно. Надежды конь, как в дни былые, не рвется ввыси бесконечно. Вонзай ты хоть двойные шпоры, увяз в печали он сердечной. Уйдешь в одну печаль, и тут же их сонм и гонит ветер встречный. Старик, летучий страж кочевий, кружа верхом, рыдает желчно, когда в оковах туч мрачнеет. Возможно ли небу улыбнуться, когда в тревоге сиротеет? Возможно ли сердцу встрепенуться, когда тобой печаль владеет? Губам к улыбке не вернуться, но тот, кто выдержать сумеет, тому в позор не окунуться. И все же, если грусть чрезмерна, она закрутит вас, сломает. Родные и чужды, если скверны, их злобность душу вынимает. Когда невежество безмерно, оно вас всюду обнимает. Глупцов бахвальство беспримерно. Душа моя средь них страдает.